Вывод фильма. Настройки конечного видеофайла. Экспорт готового видео. Настройка параметров и экспорт конечного видеофайла в программе Pinnacle Studio 14 производится в режиме вывод фильма. Для того, чтобы перейти в режим вывода фильма, подведите курсор к кнопке Вывод фильма, расположенной на панели переключения режимов в верхней части окна программы, и щелкните на ней левой кнопкой мыши. В открывшемся окне выберите требуемый тип создаваемого файла в поле Тип файла в верхней части окна. Затем выберите подходящий шаблон в поле Шаблон расположенном под полем тип файла. Для того, чтобы произвести подробную настройку конечного видеофайла, выберите шаблон «Пользовательский» в поле «Шаблон». Нажмите кнопку настройки, расположенную в нижней части окна «Вывод фильма», и произведите ручную в открывшемся окне. После произведения настройки видеофайла нажмите кнопку «Создать файл». В открывшемся окне выберите папку, в которой будет сохранен создаваемый файл, введите имя создаваемого файла и нажмите кнопку «Ок». После этого программа Pinnacle Studio 14 создаст видеофайл из объектов, расположенных в окне «Фильм».